Всем привет, мы уже дома. К сожалению, я не снимал видео, как мы съезжали с отеля. Просто мы очень устали и как-то не до видео было, к сожалению. А еще, как вы уже услышали, я подарил маме попугая, Кареллу, мальчика, звать Кеша. Сейчас я вам его покажу. Вот, посмотрите, какой красивый мальчик у моей мамы теперь есть. Смотрите, какой красивый. Кеша. Ездили в соседний город специально. Вот, выбирал я его целых 2 часа. Там был, значит, еще светленький мальчик, но вот мы почему-то взяли серого, такого вот красивого, прикольного. Целый день, значит, он у нас сидел, спал. Ближе к вечеру вот уже проснулся и танцует. Вот так туда-сюда ходит, что-то говорит. Пока вроде бы ничего не поел. Клетка вот, ценник даже еще не брал. Клетка стоит 1300. Вот зерна. Вот, играет, конечно, наша играет. Вовсю играет. О, мел увидел. Сейчас будет мел грызть, наверное. Угу. Играй, Кеша. Да, играй. Играй, Кеша. Вот, молодец. Хороший мальчик, хороший. Играет Кеша. Вот, молодец. Да. Вот, молодец. Какой красивый мальчик. Кстати, нашему Кеше всего лишь 4 месяца. И он все же дерется с зеркалом. Ну, я надеюсь, он это прекратит делать. Мама будет за этим следить. Просто он один и без зеркала, не знаю. Мне кажется, ему будет скучно. В общем, мама будет за этим следить. Такой вот мальчик-хулиганчик. Не кушал ничего пока вообще. Ничего не кушал пока. Ой, спустился вниз. Может, морковку погрызет? Нет, не хочет. Боится. Бегает. Кричит. Дерется с зеркалом. Вон, что делает. Такой шустрый мальчик. Хулиган. Смотри на нас. На нас посмотри. Вот так вот. Друзья, всем привет! Сегодня последний день моего отпуска в Чувашии. И сейчас мы идем в сарай кормить животных. Будем кормить козу и козленка. Вот, сзади идет мама, Никита. А после того, как мы покормим, мы пойдем мыться в баню, конюти. Вот. Мама, мы идем. Давай. Да, открыть ворот. Да, вот собака какая-то там. Никита, открывай, я не могу открыть это. Я его открыть не могу. Продолбить надо. Посмотрите, как красиво у нас здесь. Деревья, сосны стоят. Красотень просто. Вот. Дом стоит у нас вот в таком красивом месте. Это соседский сарай кругом. Никита вон снег там чистит. Иди-ка, давай быстрее. Так, сейчас пойдемте. Чернышка.
Чернышка, привет. Какая лопата? Вот это? Ой, белая, это белая кто? Мироныч. Девочка такая. Ты беленького родила, да? Беленького родила. Красавица. Кушать хочешь, да? Покушать. Покушать. Сейчас, сейчас. Сейчас тебе маму покушать дать. Сейчас. Девочка красивая. А рога тебе такие зачем? Рога большие. М? Ну покажи. Мироныча покажи. Покажи. Мироныча. Мама накушать хочет? Знаю, знаю. Она сейчас на меня напрыгнет, ведь? Я напрыгну. Давай, здорово, 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 здорово. Ой, я боюсь ее. Она у меня рогами. Красивая девочка. Вон мама там комбикорм. Сейчас давать ей будет. А да, иди, иди, иди. Мирон! О, Миронус идет маленький, маленький. Мирон, иди сюда. Иди. Вот, друзья, Миронус кушает. Маленький котел. Кушает он. Посмотрите, какой белый-белый. Мам, ты у меня пачка есть? А это вот его мама. Ой, не надо брызгаться. Это его мама вот кушает. Красотулька. Это соседская собачка. Соседская собачка. Дура такая ты, дура такая. Я тебя трогать не буду, я боюсь. Боюсь трогать. Друзья, ну что, мы уже покормили коз. Вот, идем с пустыми ведрами. Сегодня у нас на улице чуть-чуть, так сказать, морозит слегка. Чуть-чуть. Но так погода, в принципе, нормально, хорошая. Так, сейчас мы переодеваемся и идем в баню. Вернее, поедем. Вот. Сумки собирать надо. И мама говорит, нужно мне сумки уже собирать. Это точно. Потом баню. Так. Калахотимень, привет Кала всем. Привет. Всем привет большой. Мама передает вам всем привет. С Новым годом. С прошедшими праздниками. Поздравляет. Вот. Так что ладно, мы пошли. У меня рука уже мерзнет. Друзья, ну что, мы идем в баню. Нас Олег подбросил к дому. Практически нам чуть-чуть тут осталось пройти. Он просто поехал маму в центр отвозить. Мама поехала на работу. Там начальник ее вызвал. Вот. А мы вот идем к дому Олегу, вернее, к его матери. Будем мыться в бане. Где-то пожар. Вот. Понятно. Так что вот как-то так. Ладно, до встречи. А у нас Кеша уже покушал несколько раз, водички пьет вовсю. Сейчас вот сидит, отдыхает. Смотрит. Красивый мальчик. Кеша. 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 Кеша, чего молчишь?